Советского информбюро. В течение 26 февраля на Земландском полуострове северо-западнее Кёнигсберга наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков противника. Юго-западнее Кёнигсберга наши войска боем заняли населенные пункты Эрнсфельда, Юстервальда, Наутеден, Хайлигенхоф и Янис. За 25 февраля в районах северо-западнее и юго-западнее Кёнигсберга подбито и уничтожено 69 немецких танков и самоходных орудий. В районе Преслау продолжались бои по уничтожению окруженной группировки противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов. На других участках фронта бои местного значения и поиски разведчиков. За 26 февраля на всех фронтах подбито 66 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 6 самолетов противника.